1908 году Чапаев был призван рядовым на службу в царскую армию. Отслужив, плотничал в деревне. В Первую мировую войну он снова в армии. На Германском фронте воюет в Галиции, на Волыни, в Буковине. Октябрь 1917 года. Революция. Чапаев прибыл в Самарскую губернию, в город Николаевск, где связался с большевиками и вскоре вступил в партию. По поручению уездного комитета Чапаев формирует и лично возглавляет отряд Красной армии общей численностью до 800 человек. Бригада Чапаева состояла из двух полков имени Емельяна Пугачева и Степана Разина. За Чапаева, живого или мертвого, была обещана награда в 25 тысяч рублей золотом.